15 октября 2021 года около 20:00 местного времени поступило сообщение о том, что в одном из частных домов поселок Веселый Новокузнецкого муниципального района после тушения пожара обнаружены тела троих детей, двух девочек 2 лет и одной девочки 4 лет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. По версии следствия, в вечернее время местные жители, заметив, что горит соседский дом, вызвали сотрудников МЧС. К приезду спасателей они вывели из горящего дома 54-летнего хозяина, которого госпитализировали. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили в жилище тело троих детей. В ходе предварительного следствия будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские по установлению причин смерти потерпевших, пожарно-техническое по определению источника и причин возгорания. Предварительно установлено, что в доме проживала многодетная семья, которая на профилактическом учете не состояла, вела свое хозяйство. Дом отапливался печью, но в момент пожара она не топилась. В ходе предварительного следствия будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагической гибели несовершеннолетних. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.